Здравствуйте, Ксюша. И Коля. Молодцы. Заходим, я вам тут с подарками к вам приехал. Ух ты! Да, от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Вот такие красивые рюкзаки. Эти рюкзаки не только красивые, но и удобные. С ортопедической спинкой. Здесь много отделов для школьных принадлежностей. Двум первоклашкам из семьи Беликовых такой подарок как раз кстати. Ведь собрать в школу даже одного ребенка в наше время – дело весьма затратное. А Ксюша и Коля – двойняшки. Первый класс волнительный для вас не только потому, что дети пошли в первый класс, но еще хлопот много. Нужно и форму купить, и тетрадки, и учебники, и подготовить детей. И, конечно, в этой связи вот президентская выплата в 10 тысяч, она таким является серьезным подспорьем. Вы получили уже эти деньги? Да, получили уже. Быстро, удобно? Ну, не было да, каких-то как, проблем? Нет. Как на каждого ребенка вы получили? Да. О школьных принадлежностях тоже можно не переживать. Вся необходимая канцелярия в рюкзаках. Тетради, ручки, краски, ножницы, клей и многое другое. С таким набором и навыками чтения можно смело отправляться в школу. В школу. Впереди твой первый день занятия. Всего от округа поступило свыше 120 заявок на школьные наборы. Также родители Подмосковья уже начали получать президентские выплаты по 10 тысяч рублей. Заявку на их получение можно подать на портале госуслуг до 1 ноября. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».